Продолжаем сегодня рассказ об Иване Петровиче Иванове Вано. И сегодняшняя наша программа посвящена довольно сложному периоду в судьбе советской мультипликации. Это были годы, когда организовалась студия «Союзмультфильм», и с образованием студии пришла к нам так называемая диснеевская система, диснеевское производство. И, к сожалению, всем пришлось фильмы делать как бы под одну гребенку, в одной технике, в одной манере. Но не таков был Иван Петрович, как я уже говорил, настоящий русский богатырь. И он сумел таки справиться с диснеевским стилем и сделать его действительно родным своим российским. В прошлый раз мы заканчивали программу фильмом, вернее, фрагментом из фильма «Сказка о царе Дурандае». Само имя-то какое российское, замечательное. Дурандай. И сегодня мы решили вернуться опять к этому прекрасному фильму. И вы увидите замечательные, очень выразительные и даже иногда слегка фривольные кадры из этого фильма. Губитель мой, вот идет разоритель мой, вот идет распусти косу, вот идет потеряй красу. Вот что писал сам Иван Петрович Иванов-Вано об этом фильме. Объем сказки получился довольно внушительный. Она с трудом укладывалась в три части, то есть в 30 минут. Сразу возник вопрос, как же быть? Делать ли работу одному или найти компаньонов? Сестры Брумберг оказались свободными, и я пригласил их на постановку. Художника мы пригласили Бориса Покровского. В этом фильме мы впервые работали по музыкальному клавиру, а позднее и по записанной музыкальной фонограмме. То есть в этом фильме впервые музыку записывали сначала, а потом мультипликатор уже ориентировался на каждый музыкальный такт и делал движение в абсолютном соответствии с музыкой. Я вас прошу постараться не забыть вот эту качающуюся луну.
Но Иван Петрович был художник-монументалист. Это точно. Он любил и умел делать крупные полотна, крупные произведения. Вот первым был, кажется, первым. Если нет, первым был, вероятно, о царе Дорандай, сказка о царе Дорандай. Это, по-моему, 50 минут. Между нами 30 минут. Вот. А потом дальше, в общем, основной создатель наших крупных полотен был, в общем-то, Иван Петрович. Но, пожалуй, больше никто так сильно не отваживался. Я не знаю, как хватило у Ивана Петровича терпения делать полнометражный фильм. Я знаю, что если я делал 10-минутный фильм, то к концу работы я так ненавидел этот фильм и всю мультипликацию в целом, что, казалось бы, просто молил Бога, чтобы взорвалась вся земля, и чтобы я мог расстаться уже с этим фильмом. А тут полнометражный фильм. Это вам не художественное кино, полнометражный фильм. Это астрономическое количество рисунков. Я сейчас даже не могу сказать, сколько мне нулей нужно туда поставить, чтобы посчитать количество этих фаз. Но удивительное дело, у него порядок был и дисциплина. При том, что он, конечно, нельзя сказать, конечно, чтобы он был такой же диктаторский жесток. Мы просто его уважали и побаивались. Да. По-моему, это очень правильно. Я считаю, что режиссера надо чуть-чуть бояться и уважать. Но ему повезло вообще-то с фигурой, Александр. Уже сама фигура внушала уважение на всех уровнях, на всех, что называется, этапах его жизни и во всех ситуациях, начиная от мультипликаторов и кончая, я не знаю, наверное, даже членами правительства. И фигура, и лицо. Почему-то это... он всегда меланхоличный такой вид. Даже не обязательно, чтобы он был в таком уж грустном настроении, но вид у него был, как норма, меланхоличный. И это внушало уважение и желание узнать, в чем дело. Почему? А Иван Петрович не спешил раскрывать свое настроение или свои мысли. Милый, добрый, нашего чести. Веселые ребята. Кто не помнит этот потрясающий фильм? Это фильм всей нашей жизни. Но никто не знает, что вот эту мультипликационную вставку сделал Иванов Вано вместе с Дмитрием Лазурским. Режиссер фильма «Веселые ребята» Григорий Васильевич Александров пригласил их для этой работы. Леонид Утесов играет мелодию, глядя на ласточек, которые расположены в точном соответствии с нотами песни. И ласточки сделаны тоже в мультипликации. Помните луну, которая качалась на облаке? А вот в «Веселых ребятах» она встала на ноги. А какая походка потрясающая! И Ивану Петровичу я понимаю, что ему было нелегко. Им было нелегко, ведь они делали «Китай в огне», они делали «Межпланетная революция», да. Все вместе. Это великолепный фильм. И вдруг на тебе делать какую-то имитацию Дональда Дака, который... Я вообще его ненавижу, потому что я с ним намучился, я помню. Так что чуть с ума не сошел. Ну, это, возьмите Лгунишку и, допустим, Микки Дирижер. Это почти... Нет, Микки Дирижер был раньше сделан на 3-4 года. Раньше, да. Вот тот утенок и этот утенок. Представляете себе? Да, конечно. Какой это был провал вниз, с чего пришлось опять
все заново начинать вырабатывать. Но нужно дать должное. Прошло года 2-3, и мы можем сказать, что была создана своя русская школа мультипликации. Да, хоть она немножко и была похожа на диснеевскую, да, но это она очень все-таки быстро вошла в берега. Она не вписалась, да, все-таки. И тут жизнь. Очень большая заслуга Ивана Петровича. Скажите, пожалуйста, это чудовище, ваша собака. А вот размышления самого Ивана Петровича Иванова-Иванова. В современной европейской критике сложилось пренебрежительное отношение к Диснею и его не слишком благовидной роли в мировой мультипликации. Не могу с этим согласиться. Дисней не только талантливый художник, выдающийся режиссер, но и замечательный организатор. Непонятно только, зачем то, что рассчитано на психологию и вкусы среднего американца, было необходимо насильственно переносить в нашу мультипликацию. Охотник я знаменитый, ко мне в Ягдаш попадет. 500 пикассов убитых и куропаток ведет. В лесной нетронутой чаще добыча славная ждет. Спешим, спешим в далекий путь вперед, вперед. Кстати, мы тут с вами вспоминали о том, что месяц у Ивана Петровича переходил из фильма в фильм. Та же самая история вот с этим конем, который перекочевал из фильма Даниила Черкеса о бароне Мюнхгаузене, где Иван Петрович был художником. И Иван Петрович не изменил своей традиции до конца своей творческой деятельности, и его персонажи кочевали практически из фильма в фильм всегда. Присутствие духа — главная основа молодецкой охоты. В тот момент, когда я работал в студии, вот это была эра становления, как говорится, ортодоксальной этой мультипликации, то в это время были очень хорошие дружеские отношения. В чем вот что я должен вам сказать, что существует два слова. Одно слово «можно», другое слово «нужно». Так вот, мы когда работали, когда я работал в студии, основным у нас было слово «нужно». Мы делали то, что нужно. Но не все было можно, потому что как-то и у нас даже внутренний редактор наш работал. Мы знали, как говорится, точно, совершенно точно выверенную цель, что мы должны, что мы не должны. Что мы имеем право делать, что мы не имеем права, моральное право делать. Поэтому мы уже внутренне отбирали какие-то, у нас были определенные табу, которые мы разделяли. И эти табу мы, так сказать, в своей работе соблюдали. И в основном мы делали то, что нужно. Вперед, мой добрый конь, вперед, дорогой славы нашей, нас впереди. «Три мушкетера». Фильм этот сделан в 1938 году. Какой урод, как он смешно. И тоже явное откровенное подражание Диснею. Даже утенок похож на Дональда Дака, вы замечаете? Но конь опять из Ивана Петровича, из его предыдущего кино. Какой урод! Какое заблуждение! Нас поджидают на пути коварство, зависть, злоба. Но молод я, но молод ты, но мы бесстрашны оба. Настает на небосвод и у лисы тишина.
приди. Все спит кругом глубоким сном, услышь мои стихи, и в тишине явись ко мне. Я сожалею, что принужден обеспокоить вас, но моя шпага навсегда излечивает от простуды. Прошу прощения, сударь. Никаких извинений. Это он. Я пришел в студию в конце 37-го года, и вот там ни школ, ни академии не было, я как Чапаев там оказался. И, значит, я очень хорошо помню, пришел очень солидный в моих глазах человек высокого роста, спокойный, несколько даже уныло дал мне задание там сделать какого-то утенка небольшого. Небольшую сценку. И ушел. В общем, ничего мне не объяснил. Он достаточно флегматично, да? Ну, он просто был занятый человек, да. Иван Петрович Иванов. Занятый человек. Вот я мучился. Я помню, он иногда приходил ко мне, смотрел. Это я не забуду его мученическое печальное лицо, когда он смотрел, что я там рисовал, а я, не успев нарисовать, уже все выбрасывал. Потому что это было ужасно. Ну, да. И странно, вот такая школа мне, в общем, во многом помогла, потому что она заставила меня искать, разбираться, в чем дело, почему не получается. Мне уже объяснили там, как это движется. Это все довольно простая штука. На лицо Ивана Петровича выражало все. Да, да. Нет, и терпение, и страдание одновременно. И в то же время я, к сожалению, уже потом, когда вот стали показывать его работы домашние, понял, какой он был работяг. Да, да, безусловно. Оказывается, он сидел дома, он же художник великолепный. Я-то помню, что он ходил обычно с указкой во время просмотра. И это я хорошо помню. Он указкой на экране показывал. Голубчик, ты вот это тут так сделай так. То есть так и полагается на это. А нет, оказывается, он сам был необычайно трудолюбивый человек. И работу, черную работу производил. Ну, это я был свидетель, как он, например, к концу картины. Это, к сожалению, это был стандарт нашей организации творческого процесса, что сам художник должен был заниматься буквально всем. И вот Иван Петрович, обожаемый мной мэтр, я вижу, бежал по лестнице, пыхтя нес вот такую пачку целлоидных фаз, в съемку, некому больше. Нет, он был отнюдь не сибарит какой-нибудь. Он умел и любил работать. И он умел вокруг себя так организовать, что к нему относились с уважением, с почтением, ну, иногда и с определенной мягкой и теплой иронией. Это точно. А вот сам Мойдодыр, по-моему, очень похож на Ивана Петровича. Вот что писал Иван Петрович Иванов Вано. Еще 2 года я вынужден был работать в чуждой мне творческой атмосфере студии, делать «Три мушкетера», «Лгунишку» в несвойственном мне стиле а-ля Дисней, прежде чем я получил возможность обратиться к Мойдодыру. Кстати, Мойдодыр – это уже явное избавление от влияния Диснея. Даже брюки убежали от тебя. А дальше как вот ваши отношения складывались? Очень хорошо. Ну, в общем-то, сперва это была очень такая четкая модель ученик и учитель. То есть я где-то снизу смотрел далеко вверх, потому что разница у нас была все-таки
12 или даже больше лет. Это тогда была, конечно, колоссальная разница, целое поколение. Она стала уменьшаться, эта разница с возрастом. Мы уже потом вроде бы могли... Но он продолжал меня называть Федькой, и ты, а я никак не мог рискнуть, и у меня язык не повернулся бы переходить на ты с ним. Но у нас с ним были вполне нормальные отношения. Иногда мы с ним крупно ссорились. Угу. Как может ссориться ученик с учителем? Да, иногда ссорились. Иногда я просто на него злился. И Хитрук показывает, на кого он злился. На Ивана Петровича. Кстати, это снято в Лондоне у дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит. Вот что пишет сам Иван Петрович о своем произведении. Фильм «Ивась», сатирическая сказка, памфлет, был выпущен на экраны на двух языках – русском и белорусском. В картине рассказывается о крестьянском парне, насильно призванном в Белопольскую армию. Этот фильм проникнут предчувствием войны. Направо! Да, конечно, этот фильм как бы оправдывает вторжение Красной Армии в Польшу незадолго до начала Отечественной войны. И, разумеется, такая трактовка была единственно возможной в то тяжелое время. Раз, два, дружно! Раз, два, сильно! Это что же, чертов хлоп, себе позволяет? Матка боска! А не-не-не! Не бывать тому! Запалить всю деревню с четырех концов. Ац-два. Сдурел ты, Ивась, что ли? Всех мужиков из-за тебя погубят. Ара! Эрш! Пропал Ивась. Где ты, зорька золотая, зорька весница заветная? Дорогие друзья, сегодня мы побывали как бы в нашем детстве. Увидели фильмы Ивана Петровича Иванова-Вано. «Сказка о царе Дурандае» 1934 года. И чуть позже, позднего периода, «Майдадыр», «Илгунишка». Эти фильмы сделаны уже как бы в манере Диснея. Но ничего подобного. От Диснея здесь мало что осталось. Это все-таки наша родная мультипликация. А в следующей программе вы увидите фильмы Ивана Петровича Вано военного периода. Мы расскажем вам о его творчестве в этот период. И фрагменты, разумеется, из его замечательных сказок будут тоже на экране ваших телевизоров. Это «Зимняя сказка» и «Конек-горбунок», первая версия 1947 года. Эти фильмы составляют, разумеется, золотой фонд нашей анимации. Всего доброго!
Thank you.